Более 10 тысяч болельщиков собрались на площади Тысячелетия в Казани, чтобы приветствовать хоккеистов Акбарса, первых в истории обладателей Кубка Гагарина. Сначала игроки отправились на свою домашнюю ледовую арену, где им в торжественной обстановке вручили медали. После красочного шоу и выступления акробатов и гимнастов на сцену поднялись сами чемпионы и почетные гости праздника. По окончании торжественной церемонии хоккеисты в открытом автомобиле поехали по городу на стадион, где до их прибытия уже началась шоу-программа.